Обязательно, чтобы потухло, ну, как на дизеле спираль, да? Да. Здесь за рулем есть регулировка ручного газа. Поднимая рычаг, увеличиваем обороты. Потому что когда холодная, чуть добавили, как прогреется, можно будет убрать. Что по машине? Свет. Габариты, ближний свет на кнопке. Сигнализирует сейчас, что не работает правый габарит задний. Здесь индикация. Дальний свет на ручке и моргание кнопкой. Ну, дворники, поворотники, тут все ясно, понятно. Омыватели. Сигнал на переключатели поворотников. Это кнопка подогрев зеркал. Лампочка горит. Два больших зеркала. Обогревается. И плюс то маленькое, которое обогревается. Оно автоматом отключается, чтобы не лопнуло? Оно не отключается. То есть, с этими большими зеркалами проблем нету. Даже летом там ничего не лопается. И сделано, что от зажигания, да, то есть, если вдруг забыли выключить, то потухнет. Это здесь. Значит, но она съехала. Провернулась, не знаю, так было изначально. Регулировка подачи воздуха с улицы в салон. Это понятно. Печка, вентилятор, то есть, вернее, ну, кран печки, вентилятор. Направление воздуха, то есть это вверх, это вниз, то есть сейчас открыто и туда, и туда. Это тумблер, это заднее освещение, там где лифт, два больших висят этих фонаря, это он. Дальше с камерой, включаем телевизор, вот здесь кнопочка есть, и вот этот вот тумблер. Это камера заднего вида? Значит, здесь три камеры. Одна камера стоит, камера заднего вида, это положение 2. Ясно. Вот. То есть тумблер вниз, ну, на ней вода висит. Да. Вот это колышется. Да. Вот, это капля воды, да? Ясно. Вот прицеп видно, да? Да. Теперь с камерами салонами. Чтобы включить камеры салона, надо включить один. Это одна камера. В нейтральное положение и второй раз один, это вторая камера. Yes. То есть картинка, вот сейчас вы видите одна картинка, сейчас картинка другая. Yes. То есть попеременно первая туда-сюда. Дальше, это чисто свет, да, то есть эти два крайние маленькие, это большая. У этой положения, по-моему, только два, то открытие, ну, этого... ну, при открытии двери и принудительное включение. Рация. Ну, с рацией все просто. 13-й канал латвийский. Настроили, чтобы не шипели. И поехали. Ну, там я думаю, что с водителем там просто будет. Открою немножко это самое. На окошко пусть подвинет. С музыкой, по-моему, было вот так вот. Настройка каналов, программирование. Ну, это разберешься. Это с музыкой от мелочи, да. Главное по машине. Да. Где что. Вот. Так, вот здесь есть переговорное устройство. Грузовым этим салоном. Значит, у них есть кнопка вызова в любой момент. То есть они нажимают, там пищит. Ну, идет сигнал, да. Ну, обычно, когда мы ездили, люди всегда были сзади. Я открывал сразу этот лючок и ездил. Отсюда оно включается так. То есть, как только включаешь камеру салона, сразу работает переговорное устройство. Единственное, что, ну, надо голову поднимать, туда в микрофон говорить. То есть,
В идеале, конечно, было бы, ну, какой-то более гибкий, длинный, там, ну, как сделали, так сделали. То есть здесь так, то есть как только включилась камера салона, автоматом работает, то есть можно уже туда кричать, ребята там, как буду было. Слышать. Да. Так, значит, что по машине? Что по машине? Ну, по машине все просто. Тормоза, давление, масло, температура соляра. Тест. Что за задний тест. Значит, это контроль лампочек и приборов, да? Ага. То есть именно контроль, ну, все ли работает. Yes. Ну, а так что? С передачами все просто и ясно. Да. То есть пока без прицепа, даже груженная машина, реально первая передача не нужна. Со второй. Да, то есть вторую, ну, я не знаю, поедем, не поедем. Ну, на сухое место, чтобы видеть, куда вода, как запустить генератор, сказали, есть еще отдельно. Ну, да-да-да. Да, вот это посмотреть. Ключи. Здесь только два ключа. Значит, что по сигнализации? Если, например, мы выключили машину, и она постояла, она не будет заводиться, о чем будет сигнализировать вот эта лампочка. Она синим будет мигать. То есть, чтобы завести машину, в этом случае, сейчас покажу, как начнет моргать. То есть, она автоматически становится. Ну, да? Типа иммобилайзер там, да. То есть, можно уйти там, я не помню, сколько там, минута, 3-5 там, ну, примерно там какое-то. Лампочка моргает, мы включаем зажигание, лампочка потухла, она не заводится. Да. То есть при включенном зажигании надо нажать среднюю кнопку, которая открывает. Открытие замка. Да. Нажали, лампочка потухла, машина завелась. Понятно. Ну, пошли дальше. Фильтр, аккумуляторный ящик. Лебедка запасного колеса плюсом домкрат. Ага. Да. Не пользовался ни разу, не смогу сказать, что и как. Покажу еще один нюанс, чтобы вы знали. Значит, здесь снизу ручки есть, которые надо нажимать к центру. Сейчас вы их увидите. Сними, вот они. Чтобы, да? Видно было, да. То есть их двумя пальцами к центру. Бачок омывателя. Угу. Ну и все. Здесь тосол, тормоза. Больше не тормоза, вру, это сцепление. Ну. Масло, масляный щуп. Угу. Здесь у нас больше ничего. Залит тосол, да? Или антифриз? Не в курсе. Парам-пам-пам. Я ничего не менял, честно скажу, и не доливал. Вот мне тяжело сказать, надо было бы, наверное, ну, надо будет посмотреть самим, да? Так, вот. Монтировка, никак, я не знаю, там, рычаг. Короче, если кабину поднимать или там для домкрата нужно, там, yes. То есть он здесь стоит. Аккумулятором отключение массы. Uh-huh. Значит, ситуация такая. Если машина долго стоит, моя рекомендация — лучше выключать. Но если она очень долго стоит, то надо снимать клемму. Не снимать клемму. Yeah. Здесь, короче, сделано так. Чтобы все время работали часы и тахометр, вот там на минусовой клеммы синенький, видите, провод дополнительно. Угу. Масса, которая идет на только на часы, которые на спидометре, да? Его тогда надо тоже выключать. Этот провод именно, он снимается, там, да, клемма. Да. Да? Но это если машина стоит, я не знаю, там месяц стоит. То есть если она стоит у вас там, например, там, я не знаю, там, неделю. Ну, вот мы приехали на объект, допустим, 4 дня. Это ерунда. То есть мы тогда даже и массу не отключаем, он нормально, да, будет? Ну, или 4 дня — это фигня. Только все зависит от того,
как вы пользуетесь. Ну, что вы в машине там? Открыл. Открыл дверь, свет загорелся, музыка работает. То есть это все. Ну, я знаю, в общем, как на простой машине. Потребление есть, машине, надо, да, завести. Может быть, пускай немножко. Эти аккумуляторы не заряжаются с того генератора. Yes. Газовый баллон. Газовый баллон 80 литров. Газ служит для отопления и горячей воды. Uh-huh. И холодильника. Uh-huh. Да? Сейчас, я не знаю, на нем есть прибор под этой крышкой. То есть заправочная горловина вот здесь вот. Подъезжаете к газовой заправке, откручиваете эту штучку. Можешь открутить сейчас сразу. Все, все. И говорите, что вы хотите заправиться. Да? Ну вот, судя по этому прибору, значит, в районе 35 литров газа в этом баллоне или 35%. Не знаю, как он этот прибор показывает, но он. Здесь просто, ну, здесь реально только кран. Да. То есть кран, ну, который там дальше куда-то подает газ. То есть я так думаю, что ее там открывать и закрывать там особо не надо. Значит, если вам нужна горячая вода, надо обязательно снимать вот эту крышку. Крышка снимается, как вот здесь нарисован. Вот так. Это выхлоп. Ясно. Отопительного бойлера. Во время транспортировки его надо закрывать, чтобы туда грязь не летела. Надо, потом надо открывать. Дальше. Что у нас? Здравствуйте. Здравствуйте. Это вентиляционные окна холодильника. Угу. Реально скажу, что один раз, может быть, в год, может быть, реже, в зависимости от того, как ездите, надо открывать здесь эту решетку и убирать мусор. Техобслуживание такое. Ну, просто да. Чисто там. То есть здесь вот у него, это его испаритель, да, когда там, ну, как в обычных холодильниках, от нагрева вода испаряется, там уходит. Все подключение, вот газовая трубка, он тоже от газа работает. Ну, надо. Вот я, честно говоря, не сделал этого в последний год, в начале сделали. Здесь просто пылесосом собрать мусор, чтобы его лишнего не было. Так. Дальше. Ящик. Открываются ящики так. Ключ вставили, повернули, эта штучка выехала. Закроется он только, когда ключ стоит вертикально. То есть лучше, ну, сразу его. Бам. Открыли ящик. Фиксатором закрепили. Кто-то неаккуратно ехал. Так. Вот так. Значит, керхер, не, генератор, керхер, ну, этот, моечный агрегат, компрессор. У генератора бензобак находится наверху, я потом покажу. У этого свой здесь. Все подключено сразу, то есть вода, подача воды с того бака идет сюда, через фильтр, он заводится, кран открыл, вода пошла, шланг отсюда надо только снять и вот сюда подключить. Все. Вот этот. Да-да. Как запускается генератор? Вот этот красный выключатель, это именно выключатель, да, то есть включил-выключил. Его сюда. Кран открытый. Чок прикрыли. Вытаскиваем ручку. По ходу температуры
Можно чуть-чуть пробовать добавлять. Ну и смотреть, что с заслонкой там. Вот он ровнее стал работать, я наоборот открыл. То есть, чтобы нормально работал генератор, он должен работать все время на полных оборотах. То есть дали ему чуть-чуть поработать, чтобы он устаканился. И только так. Сейчас 220 вольт расходится в полном, и в том числе на компрессор. Можно в кубе начал качать. Я сливаю конденсатор. Ну ясно, да? Это глушим, убираем газ. И тот красный пиптик. От себя. От себя. Все. С керхером. И идея все то же самое. Сейчас попробую вспомнить, как там было. Так, ну это кран. Он открыт. Это похоже чок, а это похоже газ. Сейчас. Честно говоря, не помню, уже 100 лет не заводил. Но сейчас мы что-нибудь придумаем. Качать у него нечего. Я не знаю, может там топлива нет? Не может быть. Надо гаечный ключ был бы отстой, ничего не надо. Такс.